На улице минус 12, а из-за ветра ощущение на все минус 15. Но участникам 7-го чемпионата Ульяновской области по холодовому плаванию все нипочем. В прорубь они идут уверенным шагом. Что закаление – это основное средство физической культуры, самое мощное, самое доступное и самое эффективное. Вопрос только дозировки. Вот здесь плавают люди, которые уже не один год занимаются, которые достаточно устойчивы, холодно, закаленные. Кажется сложно, на самом деле они уже давно занимаются, для них это просто все. Порезанные сухожилия, травмы профессиональной футболистки, две операции на позвоночнике, вторая группа инвалидности. Для Антонины Жуковской из Ульяновска все эти проблемы позади. Вот уже несколько лет она занимается холодовым плаванием. Эффект потрясающий. В ледяной воде она соревнуется со здоровыми спортсменами. В этом году я лучший спортсмен года. 42 медали, борюсь со здоровыми спортсменами. Побывала уже два раза на чемпионате мира, серебряный призер чемпионата мира. В этом году чемпионат области открытый. Побороться за медали в гости к ульяновцам приехали спортсмены из Чебоксар. 18 самых быстрых моржей. Уже в первых заплывах они показывают высокие результаты. Андрей Чекменев дистанцию 25 метров пролетает за 14 секунд. Самые прекрасные ощущения. Вот прямо чувствуешь тепло. Не холод, а тепло. Вот. Каждому советую искупаться в проруби хотя бы раз в жизни. Впрочем, и ульяновцы тоже не статисты. Анна Пшеничного, например, победила среди женщин. А в старшей возрастной группе весь пьедестал почета заняли ульяновцы. Елена Семенова, Антонина Жуковская, Лариса Харитонова. По итогам этих стартов будет сформирована сборная области для участия во всероссийских соревнованиях. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.